Сегодня я потрачу более 50 тысяч блингов. И всем привет, ребята, с вами Мешок2010, и сегодня я реально потрачу более 50 тысяч блингов. Я что-то смотрю, слишком что-то много у меня накопилось блингов. Так думаю, может потратить их? Давайте их вместе и потратим. Ну что ж, добираемся до каталога. И смотрим, какие я себе скины хочу купить. Ну, естественно, мы смотрим новое. И, естественно, я хочу себе купить скин «Проклятый замок Перл». Мне он так нравится. Тем более, он новый. И недавно стал доступен за блинги. То есть, он сейчас актуален. Также мне очень зашла «Кошмарная Нани». Просто имбовый скин. Всем советую его купить за блинги, если у вас их очень много накопилось. Плюс нам еще дают к ней значок и иконку. Следующий бравлер, который получит скин, это будет Кит. И я очень сильно хотела вот купить этот скин на Кита. Взломщик Кит. Пожалуй, самый имбовый скин этого обновления. Со своей особой анимацией, со своим особым видом атаки. Также следующий скин это ALRT. Хоть он из Бравл Пасса, но мне он очень сильно понравился. Тем более год назад какой-то. Это был Pay to Win скин, который мог стрелять и дальней атакой, и по радиусу. Кто помнит, ставьте лайк. Так, следующим скином у нас будет на очереди. Это Гарпия Мелоди. Но я не хочу ее покупать, потому что она может выпасть с рангового дропа. На Лариоре я 100% не буду покупать скин. Следующий скин у нас будет на Чарли. Это Паучиха Чарли. Мне этот скин очень сильно понравился. Прям, ну, имба. Хоть и редкий. Но теперь Чарли у меня будет кататься скином. Следующий скин это Лунный Страж Хэнд, который еще вышел в сентябре. Но я для него как раз-таки копила эти блинги. Лунного Стража Честера мне не хочется покупать, потому что мне нравится на него Лесной Дух Чести. Также я хочу докупить последний скин в коллекцию Виллоу со своим особым видом атаки. Это Скорпион Виллоу. Мне она очень нравится. Следующим скином у нас будет Детектив Грей. И вы посмотрите, у нас уже осталось всего лишь 30 тысяч блингов. Вот так мы быстро протратили и блинги. Детектив Грей, мне он очень нравится. Следующим у нас будет это Императрица Бонни, но нет. Мне жаба зажала, я хочу купить осьминожку Бонни. За 2750 блингов. Мне она тоже очень понравилась, тем более у нее звуки баганные при ульте. Если хотите узнать об этом побольше, то можете узнать. Следующий у нас будет Квадробер Лола. Ну, то есть киноце Лола. И мне, кстати, интересно ваше мнение. Как вы относитесь к квадроберам? Лично мне все равно. Лишь бы они просто людям не мешали, и лишь бы они какую-нибудь дичь лютую не творили. Мне просто насрать уже, извиняюсь. Так, следующий скин у нас Амбер с пузырями за 5000 блингов. Изначально я хотел купить за ту же сумму Амбер Далавега, но мне больше Амбер с пузырями понравилась. Вот она. Следующим скином у нас будет Пианино 8 бит. Хоть и он из рангового боя, но мне очень сильно Пианино 8 бит зашел. Прям вообще имба. Со своей озвучкой. Конечно, мог бы купить 8 бит с проведениями, но не хочется. Злой джин куплю, потому что я все-таки больше олд, и мне больше нравится злой джин. Потому что злой джин это больше олдовый скин, чем это темный самурай. На Богора у меня, к сожалению, не хватило блингов, да даже за гемы добавить нельзя. Потому что у меня их всего 3 штуки. Тут разные скины на Бо у меня. Ну блин. Оставил бы я чуть-чуть блингов на Богора, но, к сожалению, нет. Давайте подводить итог, какие скины я купил. Ну, естественно, самое первое это Взломщик Кит, который мне очень сильно понравился. Следующее это у нас будет Мэг. И да, мы на нее скин не покупали, но я решил потом его докупить. Давайте посмотрим. Вот, Жук Мэг мы купили. Мне тоже этот скин очень понравился, он и дешевый, и... В принципе, неплохой. Хоть и у меня был бы Мегалодон, если бы я чем-то, кроме одного места, думал, когда был Эвенс с Спанч Клубом, мог бы купить скин Мегалодон.
У меня вот такой прикольный скин на Калет еще есть. Вот. Кошмарная Нани, естественно. Очень крутой скин. Давайте, кстати, на нее пин поставим. Давайте посмотрим, как пин выглядит. Вау, это просто имба. Но, к сожалению, он без озвучки. Это очень плохо. Вот, поставим ее на злой. Потому что кошмарная Нани, она больше злая, чем добрая. Поэтому поставлю на злой пин. Кстати, мне интересно ваше мнение по поводу реворка трофеев. Как вы к этому относитесь, хорошо или плохо? Лично я отношусь хорошо, потому что, во-первых, стало легче апать 1000 кубков на одном персонаже. Вот, была осьминожка Бонни. Следующий у нас проклятый замок Пёрл. Вот, и легче стало апать трофеи, и теперь еще можно получать на халяву гиперзарядные скины, если ты этого сам хочешь. Правда, шанс на них очень мелкий. Мне кажется, на гиперзарядный-то скин, хоть и их мало. Такой вот пин на проклятый замок Пёрл ставим. Лунный Страж Хэнк мне очень сильно понравился. Поэтому... Но, к сожалению, опять без озвучки, но... Зато прикольный. Что, следующий у нас Скорпион Виллоу. Прям имба скин тоже. Со своим эффектом атаки. И со своей анимацией. Тоже на злой пин поставим Скорпиона Виллу. Пин. Так, Квадробер Лола. Поставим ее обычный пин, потому что он с озвучкой. Так, Паучиха Чарли, но понятно, что у нее нету пина. Следующий у нас Алый Артин. На него у нас целых 3 пина. Целых 3 пина, потому что это скин из Брау Паса, а теперь из нового обновления, если скин из Брау Паса, то тебе сразу дают все 9 значков на него. Как-то легендарный скин. Потому что перед после обновления, когда я зашел в Брау Старс, то мне просто выдали дохрена пинов на королеву джунглей Мэйси. Она мне выпала с легендарного дропа, если что. И я типа подумал, у нас королева джунглей Мэйси стала легендарным скином, типа. А оказалось, что нет, это просто скины из Брау Пасса такие теперь. С такими пинами, как на гиперзарядные скины. Теперь у нас Амбер с пузырями, которые мне тоже очень нравятся. Ну и Детектив Грей. Тут реактивная Джанет, она тут нам ни к чему. Вот, Детектив Грей. Очень прикольный скин тоже. Я его давно себе хотел. Ну, так как Грей без озвучки, то мы его так оставим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.